Вот у вас есть любимый человек, да? Вы с ним, значит, там думаете, что вы всю жизнь проживете, что будете целовать в губы, понимаете, умирать на одной подушке. Столько у вас, понимаете, всяких разных идей, да? Потом он взял и поставил лайк, кому не надо. И вы думаете, ёшки же матрёшки, да? А вот, это что это было? И все сразу пропадает, понимаете? И поцелуи в губы, и подушки тоже портятся. Все приходит сразу в негодность, да? Речь идет как бы об одном и том же, да? О ваших чувствах, о вашем отношении. Но в одном случае активизируется один центр, да? В другом случае активизируется другой центр. И мы не замечаем противоречий, потому что в каждой конкретной ситуации мы движимы обстоятельствами, в которых мы находимся. В одних случаях нас спрашивают, хорошие ли вы? Мы говорим, хорошие. Смотрите, как это пошло, понимаете, по квартире. Боже, как повезло мне, да? Вот все, работает нормально. Теперь другая ситуация активизируется. Значит, валяется кто-то на дороге, лайки поставлены не туда. Все, понимаете, все вроде бы об одном и том же вы все время говорите, да? Но оказываетесь в разных ситуациях. Разные ситуации порождают у вас разные, высвечивают как бы мозгом разные аспекты. Да? Все это в мозгу есть. Это на самом деле нигде не, это не, этот, как его, не туда, из космоса не надиктовано. Да, вот. Вы все время знаете, да, что лайки могут быть поставлены. Вот. Просто вы туда не смотрите, когда красота пошла по квартире, понимаете? Пока заглядываете в телефон, думаете, уже что-то пошло не так. По одним и тем же вопросам, поскольку мы сталкиваемся с них в разных ситуациях, возникают разные противоположные точки зрения.